Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Как ты видишь, я нахожусь в высшей лиге, и мы пойдем по ежедневкам. Давай глянем. Так, выиграйте игру крепким зомби-героем, нанесите 20 единиц урона героям бабах и нанесите 20 единиц урона заморозгам. Заморозгам и бабахам, значит, да, и выиграйте. Крепкий зомби-герой, это у нас... А кто у нас крепкий зомби-герой? По-моему, у нас разгром идет как крепкий. И я ведь не ошибаюсь. Вот, ребят, крепкий. Он крепыш. Вот за него и пойдем. Выиграть за крепкого зомби-героя. Первое наше задание. Какой омерзительный квас. Да, ребята, очень крепкий. Серьезно вам говорю, очень крепкий. Прям как этот крепыш. Ребят, я запарился искать VPN. Я не знаю, что случилось с моими все старыми VPN-ами. Они просто не хотят работать. Я нашел какой-то XVPN, называется он. В данный момент вроде работает, но посмотрим. Я не могу ни в черепашки зайти, вообще никуда не могу зайти. Вот только нашел, так что пойду бомбить. Так, и мне выпадает... Ребята, и мне выпадает вспышка на солнце. Собственно, персоны. Слушай, а нафига мне? Ну ладно, пускай будут два. Они же удешевляют на одну карту, да? На одну единичку энергии. Так что посмотрим, что у нас получится. Но опять же, не забывай, что у него есть фруктовый микс, может быть. Но он начинает... Он начинает с грибов. А ведь это неспроста, ребята. А ведь это неспроста. Он собирается их, скорее всего, либо в клананас пускать, либо еще во что-нибудь. Ну давай попробуем вот так поставить. Посмотрим, есть ли фруктовый микс у него. Так, значит, действительно, друзья мои, в клана нас хочет запустить. Ай, блин, ну сердечко-то зачем? Так, что мы можем сделать? Поставить еще одного этого, да? Допустим. Вот так вот. И после... Блин, он этого сейчас бомбанет. Он все хилки тратит. Неужели клана нас сейчас поставит? Ну эту, что ли, придется тратить, блин. Ребят, это, конечно, интересный расклад он делает. Он очень интересно делал расклад. Подавал надежды. 29-й ранг, все, я понял. Ну что, ставим этого парня, да? Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Но у него же должна быть какая-то, я не знаю, там... Если он ягоду выбрал, значит должно... Вот, вот о чем речь, друзья мои. Ого. Именно об этом я и говорил, что что-то да должно быть. Мне не нравится, конечно, что у нас вот так вот паршивенько все идет. Значит, он микс все-таки придержал для себя, да, ребят? Давай глянем, что у нас из этого получится. Так, виноградина, наверное, у него есть, да? Если он ставит, она наносит по урону, плюс этот наносит 3 урона. Этот в любом случае выживет. Виноградина стоит 4 единицы. Но вот этот прокачивается, по-моему, от урона. Я не помню точно. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого получится. Ну давай сюда влепим.
Я могу хильнуться, как ты понимаешь. Успеть, наверное. У меня есть защитник. Я могу защитника поставить. Я могу поставить и вот этого парня. Тут все зависит от того, что он будет лепить. Потом хилка и защитник. И, наверное, вот этот зомби, скорее всего, ребят. А я про хилы забыл. Кого он сейчас поставит, сюда или сюда? На воду. Этого, наверное, уничтожит. Или в лицо будет бомбить, одно из двух, ребят. Вот что он сделал. Так, ребят, ну что, ставим охранника. Хм. Если мы сейчас поставим с тобой вирус, то ему крышка. А мы его поставим. Мы поставим вирус, мы еще хильнемся. 6 и 7. И до свидания. А знаешь, в чем его проблема была? Он изначально, когда защищался, он выставлял маленькие росточки хилищие. И, как ты видишь, сейчас он остался без них. Ландшафт он поставил, но у него уже нету чем бомбить. В общем, он сдается, ребят. Тут уже понятное дело. Тут уже понятное дело, что он просто это. И я немножко не понял другого. Если ты взял колоду на хилах, то на кой леший тебе нужны ягоды? Зачем ты ягоды-то сюда взял? Я как бы вот этого не пойму, ребят, если честно. Может быть, какой-то хитрый план. Может быть, он хотел на... Ну, не знаю, ребят. В принципе-то... Ой-ой-ой-ой-ой, что мы делаем с тобой? Нам же нужен... Нам нужно сыграть за бабаха. Нам нужно сыграть за бабаха. Я даже, ребят, не смотрю, какая колода. Мне так интереснее. Там у нас две всего лишь колоды. Ничего новенького нету. Все по-старенькому. Мы с тобой выступаем против Гигантуса. Или Великанус, как его там звать-то? Великанус. Гигантус, блин. Твою налево. Ну и карта у меня, ребята. Ну и карты. У меня только первый ход есть на мине. Третий ход будет только лишь на орехе на этом. Да. Давай я поставлю сюда орех. Он разгоняет ребят. Ну, допустим. Так, что там? Ну, в принципе, я, наверное, догадываюсь, что там у него будет. Давай поставим мину. Там, наверное, будет призыватель. Плешивый, скорее всего. Вот так вот сделаем. А, заморозка. Ну, он сейчас заморозит кого-то все равно. Он взлетит, ребят, на воздух. Так что здесь... Без вариантов.
Только почему он его так задешево вытащил оттуда? Этот вопрос. А, задешево, нифига себе, задешево, ребят. Ты гляди-ка, что вытворяет. Ты гляди, что вытворяет. Ну, если сделаю вот так вот. И вот так вот. Хитрый ход, ребят, кстати. Ладно, смотрим. Блин, в блок ему пробил, да? Нам надо вот этого или вот этого уничтожить. Бомбу можно применить. Даже нужно, уже нужно, ребят. Уже нужно. Ну понятно, мне бомбануть нечем. Единственное, что могу, ребят, поставить. А если мы заменим ландшафт? Если мы с тобой заменим ландшафт 4. Значит, давай я так вот сделаю. Но он будет прокачивать его, да? Вот этого вот. Карамельками, конфетками, ну, всем полагающимся. На одну карту дороже. И кто там появится? Маг. Ну, сейчас будет его прокачивать. Потом, только если с помощью вот этой, ребята, мы его сможем шатать. 1-1. Еще дороже. Только не зомбот. Ага, нормально. Сейчас кого-то сдвинет, да? Понятно, короче. Мне не нравится мое положение дел. Какая ягода? Оу, воу, 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 воу. А после него зомбот появится, да? Но тут что-то мне вообще не повезло. Ты посмотри, ребят. Вот мне бы сейчас сюда бомбочку бы, блин. Но у меня ее нету. Так а что я тут поставлю? Ну давай сделаем так. И так что ли? Я больше не знаю, как тут еще, ребята, бомбить. Пятнадцать урона им нужно нанести. По 2, если будем наносить. 2-2-2, это уже 8. Это еще жить будет, блин. Этого-то не забывайте, ребят, тоже же. Гаденыш еще тот. А этот превратится в зомбота в следующий раз, друзья. Он бомбанет по всем. Это будет плохо. Ну вот в чем проблема. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас в лицо мне даст. А чё смысл-то? Все, ребят, хана. А мы ему в блок еще пробьем сейчас.
Он мне уничтожит этот орех. Зеркальный орех только один, ребята, был у меня. Больше у меня их нету. И если этого переводить сюда, на эту линию. Вот он, зомбот, ребят. Я вам о чем говорил. Это было подло. Поехали тогда, сделаем так. А что мне это даст, ребят? Ну, по большому счету. Абсолютно ничего не дает мне. Ну, вообще ничего не дает. Да кого-то там собираешься призывать еще? На воду, что ли, кого-то у тебя? А, здесь с карамельками там прокачиваться. Да, да, бабах. Да это все равно улетит. Он-то улетит. Ну, а что дальше? Ребят, ему просто очень крупно повезло, что вот здесь вот появился... Как его звать-то? Осьминог? Или как его назвать? Даже не знаю. И... Нет, бабах хорош, хорош бабах, ребят. Но в данный момент просто не повезло. И я тебе скажу следующее. За бабаха мы еще как-то пройдем. Но как мы будем за заморозга барахтаться, я не знаю. Как-то будем барахтаться. Ой. Вот это вот нафиг мне не нужно в данный момент. Два гриба. Ну, это, конечно, что-то перебор, опять же. Опять же, друзья мои, ну что такое? Ну, 7, 4, 5. У меня только двойка вот есть здесь. Под ягоду, в принципе, ребят, под ягоду пойдет. Но ягоды-то нету. Нету ягоды. Нету ее. Под замену ландшафта она тоже сгодится. Виноградина, в принципе, хорошо. Я тебе скажу следующее, что вот здесь вот у бабаха, давно я за него не играл, но вот вспоминаю эту колоду. Он сейчас будет добор энергии брать, нет? Эта колода очень, ребята, поздняя. Потому что, смотри, 5, 6, 7, 5, 4. Ну, вот максимум двоечка тут есть пока. Вот это, кстати, хорошо, ребят. Вот здесь вот хорошо поставил он. Единственное, что кто он там, кого он там вытянул. Вот это мы не знаем. Какую карту. Ты не забывай, что карта с кровожадностью выпадает там. Понимаешь, да, о чем я? Тут есть минка. Вот этого ставить? Ну, я думаю, что нет смысла, ребят. С кровожадностью, что ли, будет клепать? Или что? Ну, вот этот парень меня не особо, ребят, пугает. Ну, объясню, почему, ребят. Есть бомба. Если он даже будет прокачиваться им, а он будет прокачиваться, сам понимаешь. Сейчас мы еще ему в блок, по ходу дела. Он сейчас еще карты удешевит, наверное, да? Нет, он поставил вот этого Ахламона. Ахламона. 6-4. Превращать будем? Наверное, будем, ребят. Наверное, будем превращать. Хотя... Этот у меня тогда взорвется, да, если я буду превращать. Но 6 в лицо тоже, блин, не хочется получать-то. Какой 6? 8? Восемь, блин, в лицо. У меня хилов нет, ребят. А, была не была.
Слушай, ну здесь хорошо, ребят, повезло. Посмотрим, правда, кого он сейчас поставит. Потому что не забывай, что здесь 4... Этого мы уничтожим. Уничтожили бы. Он поставил заморозку, ладно. Пускай прокачивается, гаденыш. 8 лицо, 10 хп остается. Не очень приятно. Причем здесь без штрафа, ребята, он пробьет мне. Броня не пойдет ко мне в плюс. Слушай, ну под защиту это хорошо, ребят. Бочка. Че, неужели будет взрывать? Давай. Кровожадность вряд ли у него будет. Начинает способности искать. Ну, конечно же, прокачивая вот этого хламона. Это, ребят, специально делает, чтобы бить без штрафа. Так, этого мы сейчас уничтожим. И 3 в лицо опять получим. Что и сказать тебе. Вот этот вот паршивец меня напрягает немножко. Он 3 себе специально оставил под бомбу? Нет, у него не останется, ребят, под бомбу ничего. Давай сделаем тогда вот так вот. Смотри, что делает. Привет. У него 2 ландшафта на заморозку. А фиг ли он берет карту-то? Он же не уничтожил. Замечательно. Просто офигительно. 5-4, давай взорвем. Да ну, ребят, фигня получается. Это сейчас превратится, не знаю, в кого там. Угу. О, все, хана пробивает, ребят. Пробивает лицо. Да, ребят, я не знаю, что вам сказать по этому поводу. Бабах. Сфейлил 2 катки, ребят. Давай смотреть эту колоду. Друзья мои, я еще раз повторяю, за бабаха не играл 100 лет. Какие колоды, и тем более против бессмертия. Для себя я считаю 2 самых тяжелых противника. Вот лично я, для себя. Это бессмертие. Я не знаю, у меня очень было, ребят, много попыток ее завалить. Ну, сколько я дрался, я имею в виду. Практически, наверное, одна моя победа идет к 3 вражеским победам, так скажем. А практически невозможно победить. Но когда начинаю играть за нее я, это полный фарш идет. Ребят, полный. Она в данный момент ничего не делает. Я перемещу сюда. Просто хочется посмотреть, что она будет делать. Если она будет ставить летучих мышей. Вот она что делает. Ладно, этот цветочек пока постоит. Он без атаки, ребят, ничего не будет делать здесь. Давай проверим на ландшафт.
нее есть безумие. Угу. Ну давай сделаем так. И вот так. Пошла вытягивать карты. Зомби-астронавта решила, рискнула ставить. Все-таки зомби-астронавта не выдержала, да, душа поэта. Хорошо. Есть бомба. Бомбу применяем сюда. И этого ставим вот сюда. Классовая специальность, ребята, уничтожение. А сейчас пойдут гаргантюахи, вот посмотришь. Я пока ничего не буду, наверное, ставить здесь, ребят. Пропустим ход, посмотрим. Мишень, ну конечно же мишень, друзья мои. 3-7. У меня ландшафт есть. Этого хламона нужно уничтожать как можно быстрее, ребят. Пятерочка. Выручает, блин. Ого! Хо-хо-хо! Еще и бонус на атаку. Ребят, придется взорвать его. Чертовой бабушки. Не только его, конечно же. Еще и наши стебелечки. Такая тишина, никто ничего не сделал. Посмотрим, кто появится сейчас. Какого хрентуса, блин? Ну какого, ребята, хрентуса? Ну скажи ты мне на милость, а? Сейчас зомбота вытянет. Предсказуемый, ребят. Предсказуемый. Понимаешь? Я тебе серьезно говорю, что она без зомбота жить не может. Этот мне вряд ли поможет. Все. Все, тут даже не обсуждается, ребят. Ну, я бабахом нанес нужные 20 урона. Пойдем теперь пыхтеть за кого? Три катки, ребята, свалился сразу же. Теперь еще интереснее будет. Это заморозка. Ну, как тебе объяснить, ребят? Есть персонажи, за которых я умею и люблю играть. А есть, за которых я не умею и не люблю играть. В данный момент... Заморозк один из моих, ну, как бы тебе сказать, наверное, не особо любимых персонажей. И не только Заморозк. Их там много. Я не люблю за Нептус играть. И, ребят, смотрите, видишь, 1.5 поставил. Это знаешь, о чем говорит? Что у него есть... Не то, что даже у него есть, у него будет... Он же бонусную атаку, наверное, сейчас хочет влепить. Здесь у него есть... Ну, как это называется-то? Скажи, я скажу тебе. Вот это вот, которое прокачивает до 4. Как она называется? Свекла-то, а? Свекла. У него наверняка есть свекла здесь. Наверняка, я больше чем уверен, ребята, что есть у него здесь свекла.
И наверняка он будет прокачивать. Сейчас он, она стоит 4, по-моему, единицы. Кстати, вот здесь хорошо, что он поставил вот тут. Но вот это уже плохо. Я думал, что я пробью. Но не пробью. Пока не пробью, ребят. Ну, давай сделаем так. Ни мне, ни ему, как говорится, да? Угу. Сейчас бонусную атаку влепит кем-нибудь. Ну, потратит он ее, понимаешь? Смотри, что вытворяет. Ну, и куда ты его, сюда? Ну, давай. А он не думает, что у меня здесь есть пацан на заморозке? Хорошо, давай сделаем так. Я надеюсь, у тебя нет могилоедов. Это меня не пугает. Вот это меня, ребят, не пугает. Бамс. Это нам пригодится. Давай сделаем так. Черт с ним. Угу. Угу. Прям, ребят, шикарненько идет пока все. Так, ну что, замораживаем этого хламона. Поехали. Единственное, что у меня нету. Че у меня нету? У меня дофига чего нету. Я могу заморозить его, да? Могу. Поэтому поставим вот так. Мне нужно сколько? Единичка мне нужна. Давай сделаем вот так вот. И пока все. Ребята, две... Сколько у него? Две или три? Ладно, посмотрим сейчас. Заморозим. Погнали. Есть еще одна заморозка у меня. Ага. Так, друзья, ну что? Это-то понятно, что он сейчас бомбанет. Это однозначно. Мне только лишь вот здесь надо, получается, прокачивать. Поехали. Только не говори, что сейчас бонусная атака у тебя есть. А у него может быть. А, вот как он. Но это еще терпимо, ребят. Ну, тут банан, понятное дело, выскакивает банан. Этому, конечно, хана. Уничтожаем здесь. Он остается просто тупо без карт. Этого мы уничтожить сможем, если мы поставим через ландшафт. Я думаю, ты понимаешь, о чем речь идет, да? Так что, ой, ой, ребята, ну это прям, прям фортуна. Заморозка, друзья мои, заморозка. Ой, как он сейчас в данный момент так хорошо сделал, ребят, прям вот вообще чудесно. Прям как надо мне сделал. И у него 2 хп остается. Ой,
Еще даже лучше, друзья мои. Смотри, мы сделаем вот так вот. И мы сделаем вот так вот. Два есть на заморозку. Посмотрим сейчас. Ай, ты серьезно? Ты сейчас серьезно, пацан? А чему я смеюсь-то? У него блок будет. Погнали. Ему хрышка сейчас. Но этот бомбанет, а мы ему 5 в лицо пробиваем, и все. Я даже не ожидал, но за заморозка. Ребят, 47 ранг. То есть солидный был противник. Ну, как бы, я имею в виду, по рангу был солидный противник. Все-таки мы его разнесли, и у меня... Мне понравилось. Так, ребят, давайте мы посмотрим геройские задания. Мы должны выиграть 3 многопользовательские игры за супермозга. Не обращайте на мой жаргон, ребята. Слишком крепкий квас. Слишком крепкий для меня. Значит, играем за заморозга. Мы, помнишь, в последний раз пытались что-то там сделать на ареновской этой фигне. И у нас ничего не получилось. Нас просто разносили. Нас разносили, потому что у всех есть могилоеды. Заморозг, но он в основном... Тьфу ты, заморозг. Этот зомби... Как его там? Супермозг, да? Да, супермозг. Он в основном на могилках, ребята. На могилках. И у всех почему-то есть могилки и уничтожает нас. Ладно, сейчас мы посмотрим. У нас есть первый ход, по крайней мере. Это уже хорошо. И дальше будем смотреть. Сегодня я еще хочу попробовать поиграть. Ребят, про черепашки-ниндзя я уже говорил, что VPN. Ну, я не знаю, на тот эмулятор я еще не ставил. Посмотрим. Вопрос, на каком эмуляторе играешь? Ребята, у меня их 3 штуки. Nox, LCD или как? LDC и BlueStax. Каждый раз, ребят, я об этом вам говорю, и мне не нравится начало. Мне не нравится в наше начало, ребята, потому что вот на этом охламоне, блин. Он сейчас будет на орехах меня бомбить. Не могилы, так орехи. Бобовые. Давай так попробуем сделать. Может, кого-нибудь путевого. О! Слушай, ну это хорошо, ребята. Ну как хорошо? Это относительно хорошо. Лишь бы он мне карты... И сейчас... Пью! Давай так, наверное, сделаю я. И вот так. У меня нет массовика. И, по-моему, на воде нету никого. Кого бы я мог поставить? Ну, я надеюсь, ребят, что защита сработает. Он клюнет на него или нет? Я бы лично не клюнул бы. По барабану, набирай ты карты сколько хочешь. Если у тебя есть бобовые, ты можешь расстрелять кого угодно. Тем более на воде. И когда у тебя нету кого-то, кого бы ты мог поставить на воду. Согласись. Ребята, высшая лига. Этот парень знает свое дело и знает, что делать. Сейчас продумает. Хороший план. Вот, и потом начнется. У нас есть вот этот чудик. Я уже не помню, что там. Стоимость на 2 меньше. Эй, что-то происходит, ребят. Ты серьезно? Но мне кажется, скорее всего, ребята, он вылетел по критической ошибке. Бывает такая. Я тебе, знаешь, что скажу больше? Вот я играю на эмуляторе, у меня игра не глючит. Я играю на телефоне, ребята, при загрузке или после окончания боя. Иногда хочешь посмотреть карту, и у тебя зависает игра просто-напросто. Просто тупо зависает игра. Ну что, первую игру мы с тобой каким-то чудом выиграли. Нам нужно еще 2, и мы получим с тобой пак. И если мы с тобой получаем пак, соответственно, мы берем какие-то карты. Ой-ой, это вспышка на солнце, 50 ранг, да?
Блин, вспышка на солнце. Я пропущу ход пока. Я хочу взять легендарную карту. Будет в лицо мне бомбить своим этим ой, солнечным ударом, ребят, что-то упало у меня. Болтик, гаечка. Не болтик, гаечка, а... Я даже не знаю, от чего это, ребят. Но это я знаю, что в компьютер точно идет. Смотри, давай сделаем так. Блин, как бы было бы круто, ребята, разыграть вот этого, когда у тебя стоит вот этот пацан. Было бы вообще четенько. Да ладно, бомби. Так. Он же сейчас за него кого-то поставит. За подсолнух. Нафиг я его сюда влепил, скажи мне на милость. Эры, нет твоей пределу тупости. Ладно, мы его шваркнем. Урона, конечно, в лицо 5 получим, но мы его шваркнем потом. А можем, кстати, его откинуть. Так даже будет лучше, мне кажется. Да? Будет ли так лучше? Давай проверим. Я понял. Надо уничтожить подсолнух, друзья мои. Тут уж хочешь не хочешь, надо. Дает ему энергию. Да пускай он там хоть заэнергичает. Маринхит. Выкину я его. Отлично, это хороший парень. Да не надо мне смотреть, что вы это. Погнали. Давай сюда бомбим. Он испугался, ребят. И разгоняется по энергии, ребята. У него будет этот охламон, да? Ты понял, про что я тебе говорю? Он же его поставит. Ну, на самом деле, я думал, будет немножко другое. Ладно. Астракада. Блин, прикинь, сейчас, ребята, в 10-10 в лицо. Совсем неприятно, да? Сундук ему помешал мой. Ну ты понимаешь, да, что... Что я тут проиграл.
Мне в лицо вот это, от этого парня прилетит, ребят. Если бы у него была бы одна единичка хп, тогда бы да. А так... И, кстати, самое паршивое, что, ребят, мы с тобой поставили вот этого в надгробие. Он же не вылез на этом раунде. Он же не вылез на этом раунде. Так. Блин, надо позвонить мне. Что-то засуетился я. Так, сейчас, если быстренько находим противника, то продолжаем играть. Если нет, сделаем небольшой перерыв на перезвон. Блин, нашли. Надо позвонить. Ой, надо было мне позвонить. Так, нифига. Надавали, ты видел? Против Розы. Давай проверим. Не боится? Я потерплю пока. Я пока потерплю. Давай так сделаем. И это я ему в блок сейчас вмажу, да? И это я ему сейчас вмажу в блок. Ну ладно, я, этого-то я потом уничтожу, ребят. Но мне 6 в лицо, 10 хп у меня остается. Ты понимаешь, о чем речь идет? Да какого хрена ты делаешь? Бляха, муха, ты дурачок. Блять, я же сказал же, энергию нужно, блин. Тварь ты, Рэй, блин, вообще пипец. Просто тупануть, надо было так дебильно тебе тупануть, а. Я ребят, я просто хренею с этого тупизма. Я просто хренею, ребят. Я же хотел оставить, ну специально же хотел оставить, а? Ну что, думаешь, что я клюну, что ли, на это все? Нет. Я на это даже не поведусь. Ландшафт будет интересно менять или нет? Кукурузонька, здравствуй, родная. Давно не виделись, твою налево, блин. Нет, ребят, супермозг начинает суперпарашу гнать. Кукуруза, блин. Долбитый кукурузи. Ладно, ребят, пойду я перезвоню. Что-то нервничать начинаю уже. Увидимся чутка попозже. Ни шиша я не дозвонился. Человек пока занят. Занят пока. Поэтому... Ой, подожди, давай... Я хотел поменять колоду, ребят. Блин. Хотел поменять колоду. Не, надо ли... Надо эти легендарные задания, ребят, все-таки завершать. В конце концов. Они уже достали. Они достали висеть у меня. Здесь.
Эй. Я знаешь, что не пробовал сыграть тебя? На кровавой луне. А кровавая луна как раз, по-моему, у него есть. Если мне память не изменяет. Должна быть. Лаборанты вылезли. Смотри. Что, на бобовых, что ли, будет играть? Он, ребят, будет на бобовых штудировать. Давай посмотрим так. Еще бобовую мне отправляет, прикинь. Давай так попробую. Сорок восьмой ранг. Пацан должен знать дело свое. Два. А если мы сделаем вот так вот, например? Ну, могила Йетта у него наверняка есть на уничтожение, да, друзья? Что за каротин без могила Йетов? Что, выкинем его тогда, получается, наверное, да? Тут можно либо его выкинуть, либо что? Этого потом поставить. Все лаборанты делают по выстрелу. Ты заколебал уже, а? Давай вот этого выкинем, наверное. А этого... вот так поставим. Кто здесь появится, пока не знаю. В кого превратишься? Но он опять своего этого авокадо влепит. А нет, вон что делать. Перемещает, что ли? Перемещает кого? А, вот так вот. Переживу ли я? В кого лаборант превратится у нас? Ха, ты смотри. Так, ну и вот. А, его мы не уничтожим. И здесь три в лицо. И одну единичку урона нам всего лишь надо будет сделать. И вот это самое, блин, дерьмовое, ребят. Одну единичку урона ему надо сделать будет. Я про этого хламона совсем забыл. Ну да, тут уничтожим. А вот тут вот...
Смотри, ребят, на свой страх и риск. Мне кажется, он догадался. Блин. Мне кажется, он догадался, что здесь и сейчас, ну, что он сейчас делает? Так, я уже забыл, кто здесь у меня стоит-то. А, 3-4, понял. Я ему так и не пробил блок-то, друзья мои. У него хил. У него, мать твою, хил, ребята. 3, 2, 5. 7 хп у него, да? Выдержим ли мы? 7 и 2, 5. А ему все, ребят, ему кранты. 5 и 2, 7. А я-то выживу? Я выжил. Все, до свидания. Повезло. Это была вторая, ребят, вторая победа. Ну, слушай, очень хорошо зашла карта. Призыватель из могилы вылез, который, ну, можно было стать. Правда, я им не воспользовался практически нифига. Но, тем не менее, он вылез. И могила едов не было. Это, кстати, для меня какой-то нонсенс. Обычно бета-каротин, она всегда уничтожает могилы. Практически всегда, ребят. Ну, это прям редкость какая-то, что она не воспользовалась таким моментом. Может быть, он не взял, конечно, их. Но факт есть факт. Ну вот смотри, давай посмотрим. Я не знаю, на чем, ребята. Сейчас либо в солнечный удар в лицо прилетит, либо банан. И я прекрасно понимаю, зачем он это делает. Давай вот так вот сделаем. Потратит ли он банан свой сюда? Банан свой сюда. Звучит как я не знаю что, ребят. Или будет этого бомбить? Или у него фруктовый микс есть? А, клюнул он. Все, он все-таки, ребята, клюнул. Он повелся. Он повелся. Он, друзья мои, повелся. Ты посмотри, как хорошо складывается все. Наверное, я. До поры до времени все шло хорошо, и на тебе вылезла, блин, трихомудия какая-то. Ну что, будем их в этот прятать? Давай спрячем. Этот уже не будет, ребята, с кровожадностью. Этот уже будет просто 2-1. Опять ты со своей банановой кожурой, блин. Давай сюда 5-5, пожалуйста. 5-5. Есть. Никаких банановых скорлуп. Поехали. Так, броня. А нет. Слушай, броня не сработала. Уничтожать зомби на земле. Две энергии. Mm-hmm.
Тут, друзья мои, двояко. Бабка сказала, сейчас либо солнечный удар будет, что, скорее всего, будет. 3 единицы урона нанесет мне в харю. А, он шампиньон расставляет. Он выставляет шампиньоны, а теперь гробовщика у меня нету. Вот так вот только если поставить. Сейчас фруктовый микс влепит. Он на воде почему-то решил, друзья мои, бомбануть. Ты-ты. Бамс, два в лицо получили. Уничтожает всех зомби на земле, ребят, прикинь. Слушай, а если я его сейчас превращу в кого-нибудь другого, что у нас появится из этого? Слушай, отличный мужик появился. Каменный голем называется он. У него наверняка есть уничтожить всех зомби на земле. Наверняка есть, ребят. Поэтому я сделаю, наверное, вот так вот. И вот так. Даже неожиданно, друзья мои. Хотя в лицо, если сейчас сюда не поставить никого, вот сюда, вот. Поставил. Этого убьет, и этого убьет. Сдался? А че он? А почему он сдался, друзья? Я бы ему все равно не пробил бы, он в блок бы встал бы. Он бы потом бы смог бы уничтожить. Но это его, ребят, решение. Я забрал пак. За супермозга наконец-то можно, ребята, уже не играть. Мы за него прошли тоже все легендарные задания. Слушай, ну нормально, даже редкая карта выпала. Даже редкая карта, ребята, выпала. Это вот этот вот магистр кислых щей. Ну что, друзья мои. Нет, еще не конец. Невероятное событие у нас тут есть. Так, козел с ракетами так сильно не напрягает. У вас будет одна карта, поэтому используйте ее с умом. Вместе с колодой заморозка. Питомцы с холодными сами. В плане у меня будет всего одна карта. У меня будет всего одна карта, вы серьезно? Да никакая не одна карта. Чего вы, блин, заливаете-то постоянно? Начало какое-то, блин. Мне не нравится это начало. Кошатница, ребят. Кошатница. Смотри, что делать. А стоит ли мне козла туда-то ставить вообще? Давай сюда влепим. Да вот дудки тебе, парень. Прокачивайся. А почему не прокачалась, дура? Сейчас в лицо как при... А, рикошет. Я думал, сейчас бусину влепит. Блок. Хирок. Ребята, 3-9 в лицо. Ну вот этого гаденыша, конечно, мы не уничтожим.
немножко паршиво. Немножко паршиво. Давай так попробуем. Сейчас, наверное, этот вылетит. Хи-хи, ха-ха, блин. Не? Вот что он делает. Погнали. Ну, этому кранты, ребят. Блин, а так у него опять блок сейчас сработает. Опять в лицо. Ты, блин, ты... Это, ребята, уже, это уже сверхнаглость. Да как так может быть-то, блин? Заколебал ты уже просто, парень, в корень. Нахрен ты сюда, Рэй, ну что ты делаешь, ну зачем ты его? Ему же двигаться, блин, надо, ну. Давай в блок. Кого сдуешь? Сдуй вот этого вот. А, все, хана ему, ребят. Дудочка, блин. Ай, да, ребят, хорошо. Получилось удачно. Удачно получилось это, я тебе скажу. Все, выполнили мы задание это. Все, друзья мои. На сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.